по-хорошему, по-доброму вам завидуют. Вы живете во время, когда есть за что бороться, когда благодаря нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину происходят вот такие поистине яркие события, которых ну, до этого не было, наверное, с 80-х годов прошлого века. Это очень круто, и крутые вы уверены, что будущее нашей страны в надежных руках, и в свою очередь вы своим детям его передадите. Мы сегодня собрали всех ребят, которые были делегатами у нас, были волонтерами, и тех, кто не попал в Сочи, но очень хотел, постарались поделиться частичкой того, что было организовано там. Это же одна из основных мыслей, чтобы и волонтеры, и делегаты, и вся активная молодежь, они на таких мероприятиях находили площадку для дружеского общения, новых знакомств и потом совместного такого развития. Это очень классная возможность для того, чтобы вот эту частичку с Сочи, так скажем, забрать в Омск, где холодно, как раз-таки вот эта частичка тепла, замечательный Чебурашка, который ходит и всех веселит. Впечатление просто вообще очень классное, прям восхитительное. Полностью присоединяюсь к словам Анастасии. Очень крутое мероприятие, приятно провести время, просто можно приехать. Спасибо организаторам. Много приятных знакомых лиц, с которыми я бы хотела продолжить дальше сотрудничать. И такая ностальгия здесь прям. Как будто вернулась на площадку фестиваля и снова проживаю эти интересные мастер-классы и локации. Тем, кто не попал и очень хотел, я могу посоветовать учиться дальше и стараться продвигаться на другие форумы, потому что это был мой первый форум, и для меня это было очень интересно, очень захватывающе. Я расширил свой кругозор.